как дела? Нормально, как дела? Все нормально, хорошо? Нормально, все сколько хорошо, лет, сколько да. зим, да? Да. Как в отпуск ездили? О, да прекрасно. Да? С локами четырьмя целыми днями. Готовка, уборка, стирка, две кошки, собак. Это отпуск? Да. Отпуск нормальный? Ну, нормально, они мне помогали, со мной вместе в магазин ходили, все, все помогали. Да. А это в деревне, 6 внуков. Внуки были очень рады, да? Ну еще бы, я уезжала, плакали. Потому что я их как бы, я их наказание страшное, это забрать телефон, все. Да. Так все, телефон сюда, на стол бабушки. И тут уже, ну как же без телефонов, они же с ума сойдут. Сейчас же вообще дети без телефонов не могут. Это ж просто. Вот большое наказание. Самое страшное наказание. Это забрать телефон. И с подругами встречались, да? Да, обязательно, в первую очередь. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Ой. Всех врачей прошла, обследовалась. О, так это что? Хорошо. Да, да, все нормально. Это хорошо. В общем, врачи сказали, жить будете. Так что я надеюсь, жить будем. А так все хорошо. Настроение всегда хорошее, Стив. Да, ну, это хорошо. Мне, да. А что происходит сзади? Там все оцеплено, да? Будут копать. Там вот этот 16-й дом, что-то сокровища там ищут. А. Из-за метро строят. А-а-а. И вот опять меня загородили. Говорит, мы опять вас чуть-чуть передвинем. Ну, очень рад вас видеть. Очень спасибо, рад, что... я тоже. Да, да. Так. Я тоже нашла наконец-то сувенир вам. О, такой. Серьезно? Курск, соловей. О, прекрасно. Соловей. И ручечку нашу курскую. Ой, Валентина, спасибо огромное. Это очень привет любезно. Привет от Курска вам. Курск вам привет передал.